Всем привет, ребят! И вас встречает нетразные игры шоу! Сегодня будет топ-10, как можно убить человека. Первый топ. Давайте, первое. Первый способ. Берете бабочку, кидайте ее и ослепляйте человечка. Вот. Я вот прямо... Вот. Я его ослепил на минутку. Ослепляйте человечка. И просто делайте вот это. Смотрите. Берете бутылку и разбиваете об него и втыкаете укол. Вот такой вот укольчик. Ну, конечно, он не умрет, но смотрите, какой у вас человечек получается. Человечек с такими вот глазами. Ой. Я сам боюсь с ним находиться, если честно. Лучше его... Пусть он пропадет. Все. Фу-фу-фу. Следующий способ. Второй. Поставьте много таких капканов на человечка и запустите его, чтобы он ходил. Вот так. И теперь хоп. Минус. Первый. Давайте еще раз. Его поднесите, чтобы он прям полностью. Раз. И потом второй раз. Выживет он? Нет. Ну, чисто. Ну, он теперь не сможет ходить, ребят. Теперь он не сможет ходить. Ой. Ногу оторвал. Ну, ладно, ничего. Страшно, ребят. Так. Третий способ. Пошли. Хо-хо. Третий способ. Способ похож на прошлый способ. Берете человечка и начинаете и запускаете ту же команду. И он, когда бутылка упадет, тогда вы его за. Ой! Это я случайно. Ну, короче, бутылка же упала, но так нечестно, ребят. Да. Нет, вот сейчас это не я, это не... И просто бэм. Ну, есть шанс, что она не упадет, ребят. Если он уже много ходит без такой вот бутылкой, он выиграет и останется живым. А я его... Я его вот так. Все. Да, мои господа, четвертый способ. Четвертый способ самый мой такой нелюбимый. Потому что, смотрите, ребят, это такой простенький способ. Берете, делаете вот так и катаете. Нет. Ну, короче, разрезайте вот так. Нет. Ну, не вот так красиво. Ну, ребят, как он? Меня задавило. Капец, уберите. Уберите это. Все. Своей кровью облил меня. О, ладно. Этот, какой там по счету? Пятый способ вот такой. Берёмте укольчик такой, ребят, и делайте вот это. Тоже не убивает человека, но получается прикольно. Берете укольчик, потом ждете, пока все вот так вот до костей. И кто не знал, что вы можете втыкнуть вот такой вот укольчик, вот такой вот, и он станет. И можете так делать разные фильмы, типа фильм «Скелеты», и здесь будет такой скелетик. Like a skelet Morgenstern. Короче, шестой сток. Ну, короче, вот так. А мы пока его убьем. Следующий способ. Седьмой способ в студию! Берете арбуз, замедляете время и делаете ветушку. Вы думаете, я его разбью? Да нет, конечно, я втыкну укольчик.
Ладно, я запустил. Вот такой вот способ, он очень эпичный, но быстрый. Но чтобы было поэпичнее, надо делать замедленный режимчик. Да, ну я бы не хотел получить в голову этот арбуз, как получил вот этот чувак сейчас. Следующий, 8-й способ. Давайте, студию. Так, давайте, 8-й. Возьмите такого чувака и начинайте его отдувать. И потом смотрите, и возьмите котомку, и знаете, что сделать? Я все рассчитал. И просто его вот так вот. Ладно, ребята, я просто учил. Просто вот так вот бейте его катанка. И будет красиво. И у вас будет красивая катанка. Посмотрите. Фиолетовая. О, что-то так лагает сильно. Мне нужно это. Что со мной? Не понял. Это укол был? Ладно, следующий способ это... Пятый способ. Посмотрите. Возьмите два человека и начинайте... Ой, какой пятый способ? А это... Девятый вроде сейчас способ был. Так, это уже вообще... И вот так вот его, их колбасить будет вообще прикольно. И вот, ребят, последний способ, самый такой эпичный. Точнее, не эпичный, ребят. Короче, сделайте вот это и стреляйте просто вот чувака. Бесконечность! Это просто был для окончания ролик для окончания ролика, короче, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравились эти способы. Кто знает эту игру, хотите поубивать такими способами. Короче, ребят, всем пока-пока.